Всем привет! С вами студия «Белый генерал». Это видео будет называться «Сказка полудрагоценных камней» или «Каменная сказка». Так лучше. Иду. Сейчас вот супруга меня зовет. Значит, я нахожусь на выставке, на выставке продажи «Земля и люди». Тут выставка как бы полудрагоценных и драгоценных камней. Это, конечно, друзья, не все. И еще что я хочу сказать, у меня следующее видео пойдут без политики, только того выставки. Сами выставки пойдут. Нефрит. Видео будут посвящены разным выставкам, памятникам архитектуры, пока на территории Софии. Ну и после я добавлю описание, что я просто, когда бывают у меня деньги, я езжу в другие места, снимаю. Политика – это одно дело, пускай политику оставим для новостей, для газет, для разных сайтов. А мы будем интересоваться вот такой вот красотой. Посмотрите, друзья, красота. Так, супруга позвонила. Что ж, друзья, до новых встреч. В принципе, не надо, до новых встреч. Ты что мне звонила? Да я здесь, малыш. Супруга испугалась, думала, что я куда-то пропал. Вот народу много. Еще раз, друзья, я напоследок снимаю. Даже выставка тут будет не постоянно, но еще будет, по-моему, до 15 числа. Я 15 числа еще сюда приеду, сниму. Будет продолжение. Если ошибся, извините, выставки таких много будет. Следующее продолжение будет тогда памятники архитектуры. Вы памятники старины. И давайте я сейчас туда посмотрю, что там есть. А, это детская комната. Так, тут закрылся человек. Еще раз напоследок. Да, уже закрывается, друзья, выставка. Друзья, до новых встреч. С вами была студия «Белый генерал». Ну, продолжение еще следует, но честно скажу,
пока не знаю, что будет. Или опять эта выставка, если я успею, приеду сюда, свет сниму. Если нет, значит, будет другой музей или музей под открытым небом. До новых встреч. С вами была студия «Белый генерал».